Медитация «Контракт предназначения» в хрониках Акаши. Расслабьтесь и примите комфортную для вас позу. Сделайте несколько глубоких вдохов и выдохов. Закройте глаза. И представьте перед собой дверь. Вы открываете ее и выходите из обычного состояния сознания, проходя через эту дверь. Вы оказываетесь в комнате. Осмотревшись, вы чувствуете, что в ней становится теплее, и замечаете, что тепло исходит от огромной ванны, находящейся на полу. Вы снимаете одежду и входите в ванну. Сделав глубокий вдох, вы окунаетесь в воду с головой. Открыв глаза под водой, вы видите, как все ваше тело начинает светиться. Каждая его клеточка. Этот свет убирает любой негатив из вашего существа. Затем сверху начинает течь водопад. Это очищающий источник радужного луча. Он также может быть серебряного, фиолетового или любого другого цвета по вашему желанию. Вы с благодарностью наслаждаетесь омовением и очищением каждой вашей клеточки. Когда вы чувствуете, что полностью очистились, выходите из ванны и почувствуйте, как кожа впитывает воду, насыщаясь. Ваше тело высыхает, и вы одеваете легкую одежду, не стесняющую ваши движения. Перед собой вы замечаете дверь и подходите ближе. Вы находите ключ, лежащий в кармане вашей одежды. Вы открываете дверь и входите в помещение. Внутри горит тусклый свет, и вы видите бесконечно длинный коридор из книжных полок. Добро пожаловать во Вселенскую библиотеку. Если вы готовы, попросите нашу матушку показать вам ваш контракт предназначения. Отпустите ум и спокойно дышите. Перед вами появляется золотой свиток со светящимися письменами. В тишине вы любуетесь им. Посидите так какое-то время, наблюдая за ощущениями. Примите все то, что вам нужно знать. Когда будете готовы, поблагодарите Леди Гайю и возвращайтесь обратно в коридор. Закройте дверь в хроники на ключ и, открыв дверь, из которой вы пришли в начале, возвращайтесь в свою нынешнюю жизнь, плавно открывая глаза.